Ну, какие впечатления от игры? Что у команды сегодня получилось? Что, может быть, не очень? Ну, в первом тайме мы очень сильно прессинговали команду. Это нам удавалось. Команда много выносила вперед. В принципе, то, что нам надо было. Мы, я думаю, первый тайм взяли больше под свой контроль, много атаковали, хорошие моменты были, но жалко то, что только один гол забили в первом тайме. Во втором более такая уже игра была по счету, немного подустали. Я думаю, отличная победа, надо работать над реализацией, больше завершающей стадии, надо больше забивать голов, и для болельщиков это будет большой плюс, и мы будем радовать каждой игрой, с каждой игрой все больше и больше.